В Чувашии с 1 января этого года на 8,5% повысят зарплату бюджетникам. Такое постановление приняли сегодня на заседании Кабинета министров республики. Органам местного самоуправления необходимо в кратчайшие сроки принять аналогичное решение в отношении сотрудников муниципальных учреждений. По данным статистики, в Чувашии более 70,5 тысяч работников бюджетной сферы. Это врачи, педагоги, соцработники и многие другие. Отмечу также, с 1 января 2024 федеральным законом установлен новый минимальный размер оплаты труда – 19 242 рубля. Согласно прогнозу социально-экономического развития, у нас среднемесячный доход от трудовой деятельности для указанных категорий на сегодняшний день установлен в размере 41 679,8 рублей. При формировании как республиканского бюджета и консолидированного бюджета в части межбюджетных взаимоотношений необходимые средства для реализации данных решений на сегодня в полном объеме учтены. Более того, значит, у нас зарезервированы средства в объеме чуть больше 2 миллиардов рублей, которые нам позволяют решать эти вопросы в течение текущего года.